Союз работников киберпространства, профсоюз, что это такое? 9-я армия, да, важный вопрос. Кадрово-милиционную структуру по призыву, никакого призыва, только как на работу, по желанию, пошел, зарплата, контрактники. Какой призыв? Это залет. Это чушь, это, ну, в Америке, в Финляндии. А, или в Финляндии. Не, призыв есть все-таки небольшой. Ну, в общем, в основном платные должны быть армии, а специалисты должны работать. Создание новой системы призыва граждан обязательную военную службу. Не нужна обязательная служба по желанию и за оплату. Это вот это 9-й, это пункт, ужас. Сельское хозяйство. Девяносто процентов продукции сельского хозяйства производится внутри страны. Да, наверное. Так, 10.6. Зерновое топливо. Ну что, это также гарантирует долю приобретаемой государством оплаты за топливо. Не очень понял. Передача техники с разумной отсрочкой платежа. Кредит, что ли, какой-то? Не очень понял. После. Фермеры. Дать им возможность прокормить семью. А что, в городе людям не надо семью кормить? Чушь какая-то. Стимулируем переезды в сельскую местность. Да, не надо всем в город ехать. Да. 11-й транспорт. Ну, тут даже особо обсуждать нечего. Экология. Установка сооружений по очистке воды в каждом городе. Они есть, как бы старые, просто не работают, херовые. Мусор переработки, да, его нет, просто выкидывают. Да, атомное говно какое-то не надо делать. 12-й.
Усиление уголовной ответственности. Не нужны тюрьмы, какие в жопу. Уголовная ответственность. Максимальных мер наказания. Это как сейчас государство пытается наказать, побольше избить, посадить. И... Ну, это работает немножко, на самом деле. И... Конечно, наказаниями не особо что исправишь. То же самое наказание, наказание. Потом наказание, потом там типа этого бандита ты должен кормить сначала и содержать. Херня все это. Переход на электромобили с пневмодвигателями. Что за пневмодвигатель, не понял. Электромобили, да, неплохо считаю. Электромобили. 13-й, социальные гарантии. Прожиточный минимум для нетрудоспособного населения. Пенсии для нуждающихся. Ну так вроде сейчас это есть. 13.2. Ни о чем. Тринадцать три. Ну так, просто пожелание. Не думаю, что это будет. 13.4. Пенсия финансируется из доходов работающих, взносов на пенсионный фонд. Однако имеется возможность замены взноса персональной поддержкой определенного числа пенсионеров, которые могут быть членами семьи. Ничего не очень понял, однако имеется возможность замены взноса персональной поддержкой. Ничего не понял, в общем. Какое-то что, блин, еще разок почитаю. Пенсия финансируется из доходов работающих взносом в пенсионный фонд. Только сейчас это есть. Замена взноса персональной поддержкой определенного числа пенсионеров. А, напрямую, что ли? Напрямую сразу платить пенсию. Наверное, неплохо. Социальные льготы. Что за пенсия, если там она... $600 достаточно. Льготы не нужны. Льготы это значит уже нищий человек. Нет никаких льгот. 13.5.1. Позор. В богатом государстве не должно быть льгот. Опять нищенское свое говно протаскивают. Льготы в натуральной не надо. Льгот не надо, но это они просто пытаются привлечь пенсионеров. Ну или кого там, бедный народ. Не должно быть просто бедных. 14. Институт семьи и брака. Дифференцировать стимулирование рождаемости. Не нужно рождаемость повышать. Росли бы свободными. Чушь. Сохранение бэби-боксов. Да. Так, поддержка семьи. Установка камер, да, неплохо. Да, детей. Нет детей, меня срать на детей. 15-е, инвалиды. Создание доступной среды для инвалидов. И сейчас это заявляется, но не делается. Так будет и дальше. Налоговые льготы. Не нужно, надо просто, чтобы хватало. Просто, что есть, денег хватало и все. Не нужны льготы. Налоговые льготы. Не нужно. Налоговые льготы. Не нужно. Обеспечение. Да. Трансляции. Да, неплохо.
трансляций оружия. Так, обучиться, можно купить оружие. Блин, лица, стоящие у нарколога, психиатрическом учете. Так и сейчас это и есть, все равно получают. Что повторять-то? Национальная гвардия. Да, неплохо. Нападение с оружием, тяжкое уголовное преступление. Ну, сейчас есть то же самое все это. Так, ну, 7, 16, 8, да, нормально. 17, религия. Отчитываться попы, да, это хорошо. Платить налоги. А, налоги же собирались убрать, что попы будут платить тогда. Запретить. В школе попам, да. Принудительное посещение по закону. Продажа религиозной атрибутики только на территории религиозных учреждений. Это правильно. Так. Да, все религии я бы запретил. Отмена регистрации по месту жительства. Да. Единый реестр, да, правильно. Внешняя политика. Так. Мигранты. Женское свидетельство. Ну да, правильно. В общем-то, тут все неплохо написано. 19. 19-14. Да вы иммигранты, да не нужны они, чушь это все.